мы живем в век информационных технологий. Они стали частью нашей жизни. С помощью интернета мы работаем, учимся, общаемся и привыкаем к чтению электронных книг. Многое, что не смогло подстроиться под популярный цифровой формат, кажется нам устаревшим и ненужным. В этот список, по мнению сторонников информационного прогресса, попадают и библиотеки. Мы решили спросить у тверичан, ходят ли они в библиотеки и какой способ предпочитают при чтении книг – электронный или все-таки классический. Как давно последний раз были в библиотеке и вообще читаете книги? Я студент, я сегодня в библиотеку книгу взял. Мы любим классическую книгу, бумажную. У нас есть библиотека дома, где еще мои книги, которые я читала. Вот, и сейчас детям читаем, и они сами читают, и я им. Какой формат предпочитаете? Обычная книга или современный электронный формат? Как вам удобно, как вам нравится? Обычная книга. Покупаю, обмениваюсь с людьми, читающими, с другими. А в библиотеке вообще ходите? Ну, на мой взгляд, может, и пережиток прошлого. Можно сейчас только в электронной библиотеке. Из электронной библиотеки беру книги. В библиотеке давно последний раз были? Ну да, мне кажется, довольно. Года 2 назад, наверное. Да. Раньше больше читала, сейчас меньше, чем хотелось бы. У меня дома очень много книг, у меня своя библиотека дома, поэтому мне не приходится ходить. Но я обычно чаще летом хожу, чем в школьное время, а так у меня тоже есть книги дома. Мне больше нравится читать обычную книгу. Мне тоже, потому что из-за этого не портится зрение, вот. Да и, в принципе, глаза не сильно устают от обычной книги.